Он побывал в поселке Большой Утриш, где есть многочисленные вопросы к тем, кто устанавливает шлагбаум и взимает плату за проезд автотранспорта, обеспечению безопасности на пляже. Все проблемы будут решаться комплексно. На пляже в районе улицы 40-летия Победы стало значительно чище, однако остаются вопросы к инфраструктуре, общепиту и торговле. Стоит отметить, что вопросы безопасности требуют особого внимания, наличие оборудования, наличие спасателей на всех пляжных территориях. Кроме этого, комиссия сейчас обращает внимание на благоустройство, на соответствие требованиям ГОСТов, методических рекомендаций по благоустройству пляжей. И помимо замечаний, конечно, отмечено и лучшие практики. Ряд пляжей города-курорта Анапы вошли в лучшие практики организации безопасности, благоустройства пляжных территорий, которые, конечно, заслуживают внимания. Ну и это как раз для того, чтобы популяризировать это направление как лучшие примеры. Работа межведомственной комиссии, она приводит к тому, что, первое, мы достигаем той цели, это обеспечение безопасности нахождения наших граждан именно на курорте Анапа. Соответственно, это качество пляжного оборудования, это качество тех оказаний услуг, которые находятся на пляже, это торговля, это другие виды услуг. И, конечно же, работа этой комиссии, она сильно помогает. Однозначно позитивные моменты есть, но работы еще много, и мы будем работать и продвигать наш курорт. Более подробно о визите министра мы расскажем вам в понедельник.